работаем. Слева от реки от меня. 3 метра. Ой, черный. Вижу. Стой, понял. Вижу. Стой. Черный, но он будет русак. Снимается? Да. Ну подходи потихоньку. Давай. Подходи и снимай. Давай. Все? Да. Ну. Где он? Иди сюда, вот он, у меня опять слева. Опять его вот вижу. Иди сюда, вот. Я его хотел ножом его снимать. Где? Вон он, видишь? Вижу. Вижу. Это тот же. Нет, один, тот туда убежал. Иди сюда. Стой. Я его тихонько к тебе доверю. Подожди. Вот такой он манчжурский заяц. Но, конечно, могу ошибаться. Может, это какой-то другой вид зайца, но, скорее всего, манчжурский. У него очень часто встречается меланизм. Ну, то есть, более черная окраска, чем у остальных. Стой, дай я поближе к нему подойду. Он побежит туда, к тебе. Ты бы стоял на месте. Ну, хорошо. Нифига он ко мне не побежит. Кто-то тут гоняет, а не боятся. Это сюда я приберу тыкать? Ага. А в конце ролика будет небольшая задачка на внимательность. Ну, сюда я полез к нему поближе. А? Тогда я к нему поближе полез. Вон, подвигался. Да, я к нему поближе подойду. Иди охотиться на него. А он внизу белый был. Да, он туда побежал. Здоровый. А теперь поставьте на паузу ролик и попробуйте найти на этой фотографии зайца. Ответ обозначу в конце ролика.